приветствую всех, дорогие друзья. Мы с вами находимся на саде Никомедии. Так, я думаю, сейчас самый момент взять штурмом поселение, потому что пока что горцы еще тут, ну, пехотка у них не до конца встала на ноги, поэтому надо побыстрее брать город. Хотя, несмотря на то, что мы все-таки можем еще построить всякие там черепахи, легкие галереи, тараны. Но все это все равно будет занимать порядочное количество времени, и за ход мы еще будем терять людей, поэтому я думаю, что все-таки стоит брать сразу с наскоку. Вот, потому что тогда посмотрим в следующий раз, испытаем различные орудия осадные. Вот, поэтому время сейчас надо использовать очень аккуратно. Так, мы начинаем осаду. Итак, ну, Никомедия, как мы видим, в принципе, очень похоже на Пайлу, да? Примерно постройки все те же самые. Ну и будем быстрее штурмовать. Так. Куда? Вот эту армию давайте пошлем вот на эти ворота, который рядышком находится. Ну да, фактически сейчас сценарий Пэллы повторится. Так, много ли тут? Раз, два, три отряда, три отряда. Так, ну что, давайте тогда начнем. Начнем делать some pressing fire между нашими копьеметателями. Ну, наши ребята уже опытные, закаленные в боях. Ка, почините Ка, пожалуйста, я вас умоляю. Такие прям кинематографичные графика, да, ракурсы виднеются. Неужели так трудно? Да, и опять не забываем, 10-й патч на подходе, будет он на следующей неделе. Когда именно, пока что еще неизвестно. Да, нас между тем уже палят, спаливают. Да, очень сейчас плохо я вот этих вот наших наемных пельтастов поставил. Ух, да, я сейчас не завидую и тем, кто внизу стоят, и вверху. Одинаково страшная смерть у них будет. Так, а между тем внизу нас поджидают герцы. Так, ну, сейчас самоликвидироваться пельтастам и копьеметателям восточным помогут наши поздние карфагенские гоплиты, которые сейчас любезно поднимутся наверх и помогут, собственно говоря, самоуничтожиться. Восточным копьеметателям, да, правда, вот... Наемные новобранцы с побережья очень плохо подошли на эту роль, да? Но вот остальные наши солдаты вполне даже неплохо в этом им помогут. Так, ну отправляем потихоньку остальных. Так, сверху вроде не метают, уже хорошо. Так, ну все, в принципе, зачищено. В принципе, зачищено. Единственное, что осталось сейчас... это захватить точечку. Стоп, стоп, все, стоим тут. Так,
Так, ну а в принципе, пилитастов мы можем сейчас и наверх пустить уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Эх, конные застрельщики. Нехорошо. Так, ну что, ладно, поднимаемся на лестницу пока. Так, лучше спустить. Так, а еще мы не хотим спускаться. Ну ладно. Во, отлично, ждем, пока башенка всех перестреляет. О, отлично. Так, выходим, выходим. Так, ливийская пехота. Не, я думаю, все-таки сюда не стоит посылать солдат. Так, ну что, выходим, выходим. Да, конечно, было бы удобнее намного. Взломать ворота. Во, вот пельтастами сейчас к застрельщиков можно и попугать. Блин, у меня то ли кажется, то ли я уже соскучился по Риму, но что-то какой-то графон более сочный стал. Хотя, возможно, это зависит вот от времени дня. Вот сейчас вот идет у нас дождь. Возможно, дождь еще какую-то картинку, знаете, такую изюминку прибавляет игре. Так, застрельщиков надо бы наказать. Спускаемся, спускаемся. Так, о, пока что можно конницу потроллить с генералом от души. Но меня радует хотя бы уже то, что не тупит у нас пехота, как когда спускается вниз. Чего, ребят, прохлаждайте. Давайте дальше мочить этих ублюдков. Заходим, ё-моё. Нам аж почти дверь открыли, но... На самом деле, ни хрена нам ее не открыли, ублюдки. Давайте наверх всем. Да.
Так, побегать по точкам, что ли? Или все это мясо перебить, как вы думаете? Че, встали-то? Идемте, ребят. Блин, а вот в первом времени еще можно было ворота слониками уничтожать. Вот это было круто. Дайте уже нам войти-то, е-мое. Что-то нас связали батлом. Довольно-таки серьезно. Но вроде войска дрогают. Войска дрогают, это хорошо. Так, какую-нибудь ливийскую пехоту, я думаю, сейчас можно послать захватывать точечки. Тем более, что восточные копейщики на нас идут сзади. Че, продолжаем долбить восточных копейщиков. Так, ну а с этими обездоленными тогда... Идем дальше, мочим всех. Хотя, стоп, ну, нужно подождать, пока нас захватим ворота. Отлично, все, теперь ворота наши, теперь можно посылать своих. Кто там, блин, застрельщики конные, а? Кто там вообще пытается сделать, блин, понапрасну? Идем. Не боимся. Так, уже и конница подошла. Так, тем более и тарентийская. Так, ну чё, ребят, поиграем. Поиграем, ублюдки. Хотя тут опять стрелы опять нам мешают. Но я думаю, тут они быстро сольются, ребятки. Так, ну кому-то придется сейчас подняться все-таки наверх и захватить ворота. Так, а мы пока захватим точку. И потом будем последующие захватывать. Так, ну тут основная сила уже вражеская собралась. Поэтому тут только если продавливать. Вот
так вот неожиданно мы и победили. На тяжелая победа далась. Но все были сломлены. Так, два отряда мы похерили. Так, и что с вами делать в Вифине? Вот, по-моему, все, теперь вы должны быть сметены ветром истории. А, сука, вот этот вот корабль на севере, я его вижу, вот здесь еще останется. Ну, в принципе, кроме этого корабля все. Знаете что, пошли-ка вы нафиг в одно место. Я вас, сучки, оккупирую. Так, город большой, да, поэтому оккупируем. Да, 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 сдохни, сдохни. Сдохни. Так, отлично. Только насрали они тут много очень. Теперь это все дело... Теперь это все дело придется смывать. Так, ну, перво-наперво строим наш культурный полис. И что можно сказать? Да здравствует Карфаген, величие Карфагена, потому что мы сейчас только что обосновались уже в Малой Азии, не комедия. А, наконец-то мы захватили этот стратегически важный город и стратегически важную область, да, потому что, во-первых, мы теперь полностью владеем Боспорским проливом, самим Боспором. Ну, что нам и дает как геополитическое, да, географическое и экономическое преимущество. Потому что теперь мы можем очень легко перекидывать войска из Греции, да, Фракии, уже непосредственно в Малую Азию, чтобы долбить наших противников. И плюс ко всему мы еще можем экономически влиять на... экономическое развитие наших противников. Попросту перекрыть, например, морской путь. И, кстати, у нас же ведь готова уже наша флотилия мореплавателей Ганона. Так, давайте-ка сейчас самый раз какой-нибудь порт попробуем заблокировать. Куда-нибудь в Эфес, например, сплаваем и вот этот регион попробуем вообще пограбить. Ну, потому что уже давно пора, на самом деле. Давно пора. Такс. О, сейчас еще приплывем. В Паритонии приплывем. Так. Так, стены Бирса уже здесь. Стены Бирсы. Поборники Дидоны. Все паханы уже тут. И мы сейчас отомстим Кипру и Египту за наши порождения. Поражения в прошлой серии. Но, тем не менее, у нас уже и в Макомадисе набираются войска потихоньку. Так что не все еще потеряно. Не все еще так потеряно, не все еще так просто. Складываются дела. Противникам еще рано радоваться. Ну, резервы у нас действительно неисчерпаемые. Опять же, у Карфагена я сделал очень хорошую вещь. Все-таки, несмотря на то, что, в принципе, адекватной дипломатии уже быть не может при нашем текущем положении дел, да, при нашем империи, которая уже больше половины. С нами, в принципе, уже дипломатические отношения никто не хочет выстраивать. Тем не менее, я заранее позаботился о том, чтобы, например, север у нас был полностью спокойным и лояльным к нам. Ну, потому что, действительно, если посмотреть сейчас на отношение фракции к нам, то... Ну, что можно сказать? В принципе, варвары к нам абсолютно нейтрально относятся. Ну, союзник у нас сейчас фактически вот... Эпир. Ну и весь Восток, как мы видим, также противно к нам относится, вообще противно. Но это только им же и хуже. Такс. Ну что, я думаю, сейчас у Кипра с
Египтом возникнет Батхёрд, потому что наш уже тут. И следующим нашим шагом будет взятие Притония. Как можно быстрее. Притония — это город без стен, что, конечно же, облегчит нашу задачу. Так, ну чё, флот, да, у нас постоянный плюс с армией. Но тут никаких проблем не возникнет. Конница, я думаю, разгонят всех этих кабиметателей, гемел, налетчиков и так далее. Приступаем. Так, вот мы в Паритонии. Кстати, почему-то мне казалось, что на стратегической карте он более большой, да, но на тактической, как мы видим, такой небольшой городок, но тем не менее довольно-таки красивый. Довольно-таки красивый. Итак, я думаю, сейчас самое то это отразить нам нужно десант с моря будет. Где они? Кстати, ух, они тут. Ох-ох-ох, значит, нам надо срочно конницу выставлять. В срочном порядке. И застрельщиков туда же. Так, причем это надо делать уже очень быстро. Кстати говоря, надо сказать, что у нас тут поборники-то дидоны. Это у нас самое что ни на есть испанские ребята. Вот мы видим иберские наемные мечники тут, к примеру, тусуются. Так, пикинеры тоже неприятные ребята. Короче говоря, надо сейчас половину армии туда тусовать, отправить. Половину вот туда. Ай-яй-яй, так, нас уже опасаются. Блин, 140 лучников, суки, а. Это же лучники. Блин, далеко мрази кидаются. Ладно, подождем их тут. Пока не высадятся. Так, наши прачники тем временем уже здесь. Так, и где же, собственно говоря, остальные-то парни? Так, быструю стрельбу им кидаем. О, как раз по пикинерам кидают толпа, мобы, отлично. То, что нам надо. В принципе, даже можете пока остановиться. Это у вас странно сделано, почему-то вперед это назад и наоборот. Блин, главный корабль, конечно, раздражает. Так, ну что, атакуем? Атакуем, атакуем. Ребятки, ребятки, пошли. Так, а где тут-то все? Что-то я никого не вижу здесь. Ага, они ушли туда. Ладно. Ладно, тогда мы вас патрулим тут. И зайдем вам с двух мест сразу. Так, тут там еще стреляют. Ага, так, вот еще одни прачники. Так, конница у нас вся тут пока что. Так, вот эти друзья у нас еще остались. Уй-у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 й. Так, вот этих-то наших стреляли. Вот этот Пинтера, блин. Очень сильно мешает, конечно. Но как раз-таки мы сейчас конницу со слониками отправим вот сюда.
Игорь for Battle. Направляем. Кстати, мне тут писали, что типа прачники могут friendly fire своим же устроить. Потому что типа так выходит, что они попадают по своим. Но с другой стороны, смотрите, по-моему, искусственный интеллект время 2 не устроен так, что он стреляет, пытается стрелять навесом. О, отлично. Куда вы идете? Давайте, нападаем. Сейчас с нескольких сторон зайдем. Всех застрельщиков убьем. Вообще хорошо будет. Вообще хорошо будет. Блин. Нам туда надо идти. Чувак, не туда бежишь. Сюда бежать надо. As your command, ублюдки. Долбим, долбим, долбим. Так, пехота у нас практически... Все с ней нормально. Так, основные гады и демоны у нас здесь очень дохрена копьеметателей. Так, а что у нас на том-то фронте? Я совсем тут без внимания оставил. Угу. Так, принимаем еще ребят. Так, где у нас конница-то остальная? Раз. И все. Значит, профукал еще один отряд конницы. Да, я просто себя охреневаю. Ну, тогда мы зайдем вот так вот. Так, тогда надо отвезти будет слоников отсюда. Явно. Отвезти. Потому что копьеметатели они их как не любят. Плюс еще, да, они сейчас... Блин, они все-таки сделали это. Ну все, сейчас остается только надеяться, чтобы наши не сдохли. Чтобы у наших хватило сил. А то, если сейчас выплется генерал, то будет очень печально. Давай, 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 идем. Ч они так хватаются-то, блин? А, ну, в принципе, отлично. Опять мы победили с минимальными потерями, конечно. Опять мы тут расхреначили пару отрядов конницы, но не впервые, на самом деле. Главное, что Паритоний наш, наконец-то. Блин, быстро, быстро довольно. Радует. Так, Паритоний также взят, и мы его оккупируем. Хотя процент пуничества здесь даже намного меньше, чем он был в Никомедии. Где процент пуничества 88, а тут у нас пуничество 51. Но ничего, справимся. Справимся мы с этими делами. Вот, тем более, что у нас тут, в принципе, все основные наши войска можно будет нанимать. Так, осталось, что у них тут фактически-то? У Египта осталась одна Александрия. В принципе, все. А, все остальное это владение Кипра. Поэтому нам надо сейчас, конечно же, в Паритонии усилить войска. Вот это вот стая бастет, это последняя, как я понял, крупная армия, которая у них осталась. Ну и опять же, она преимущественно из стрелков сделана. Хотя у них же тут, конечно же, есть и Галатская царская гвардия, и пикинеры, вот поэтому их надо опасаться. Ну, у нас есть слоники.
Такс. И знаете что, вот как раз таки на Ближнем Востоке нам нужно взять Тир будет потом, когда мы будем воевать с селевкидами. Потому что Тир это является нашей исторической родиной, Тир. Поэтому возвращение его законным властям, да, скажем так, это архиважная задача, но так и на самом деле. Так, попробую сейчас, я все-таки сделаю быстрое сохранение. Так, вообще, как мы их? Мы их отсюда-то можем убить? Вот, отлично. Мы их можем убить, отлично. Отлично, просто замечательно, прелестно. Так, только они, конечно, могут развернуться и чё? Не могут развернуться и к нам в Одессу заехать. В Одессу. В Одессу. Ладно, я думаю, что этого не произойдет. Так, ну пока что делаем конец хода. Так, я понял, все остальные возможности у нас исчерпаны, хотя... Ну да. Пока что все. Так, опять агенты. Вспомним мы, да, как они наше народное воинство... испохабили. Много агентами было убито войск наших воинов. Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Что-то, сука, сделала мразь все-таки. Так, ну и Александрия, это жемчужина Египта, жемчужина Африки. Флотоводцы остались. Угу. Ну, конечно же, мы этих полудохлых ублюдков только так с ними надо. Только так. Минус один флот. Отлично. Вот замечательно, замечательно. И пир вообще молодца. Красавцы, красавцы. Я думаю, теперь от Спарты должно ничего не остаться. И, конечно же, держим пальцы за кимерийцев, наших братушек. Хотя, смотрю, уже армия селевкидов выдвигает свои войска в их сторону, но я надеюсь, что они все-таки возьмут поселение. Кимерийцы, хоть у нас с ними уже не получится ничего сделать, да, никаких договоров. Но они нам помогают все равно, у нас общие с ними интересы. Так, куда они гаттамони-то ушли? Да, эти гимеры стягивают свои силы, агентов опять же. Но плюс два города за один раз, я думаю, все очень отлично. Сейчас складывается. Амони-то мы все равно выиграем. Захватим к себе. А вот кемерийской армии не позавидуешь. Все против них. Ууу, и Трапезунд уже из самых таких своих анналов, да, вышел. Так, раскрыт тайный агент. Понятно. Так, Притоний в блокаде? Это ж кто там? Сиана, мразь. А, Пергам, Кемерия, ну да. Кемерийцы, держись. Так, я думаю, стоит, наверное, вас профинансировать. О, Спарта уничтожена. Наконец-то эти вредные эллины наконец-таки ушли также в анналы истории. Понт с Египтом заключил союз. Понт. Это вы зря, это вы зря. Я хоть с вами и торгую, но до поры до времени. Вы уже знаете, что случилось с Египтом и с нашими друганами. Фу, хорошо, что хоть сейчас на данный момент урон намного меньше у стен Бирсы, чем мог быть. Такс.
что мы тут имеем? Все-таки надо добить, не знаю, манипуляцию, хотя тут уже процент меньше стал. Резня. Отлично. Замечательно. Так, и сейчас надо разведать территории. Так, что у нас там в Мемфисе, как дела? Враги круга. Страх Фобоса. А, блин, суки, обездвижили полководца. Но опять же, не хватает на всех нашего агента. Блин. Плохо, плохо. Давайте сделаем так. Военное управление. Вот я думаю, сейчас будет труднее им что-либо нам противопоставить, потому что у нас судья. Посмотрим, какие у него эффекты. Ну да, я думаю, так, шанс. Во, шанс ранить вражеских агентов при самообороне. О. Хотя это в отрицательно, я смотрю, или как. Не очень я понял это. Ну ладно. О, и тем временем хорошие новости. У нас пропаганда через 8 ходов закончится. И вот это вот изучение. Печаль. Полный стек. Полный стек. Такс. Так. Блин, вот это хреново, друзья мои. Так, пекинеры царские, блин. Чтобы их... Чё бы сделать-то? Так, ну нам конницу нанимать. Ну, всадники, аристократы. Ладно, а у Гилы попробуем что-нибудь сделать с противником. Да як, Макарёка. Все против нас. Ладно, я думаю, армии из Макомадоса и Кирены нам помогут. Блин, да, вот так вот может пройтись катком. И нехорошо будет. Ну ладно. Так, добиваем вифинцев. О, отлично. Военные традиции. Так, прокачиваем очередную ветку. Текс. Ну, давайте грозных бойцов до конца качать. Так, и вот еще один отряд вифинцев остался. Так, ну тут ладно, с ними мы еще справимся. Все, идем обратно. Такс. Ну а теперь с вами. Теперь с вами. Это, по-моему, последний, кто остались. Так, ну а тут наш флот уже может грабить. Флотоводец, флотоводец. Опять недовольные. Сколько же уже можно-то, а? Опять мы с слониками за вас, блин. Ублюдки. Блин, когда вы рабмитни из партии будет спокойно? Задолбали уже, а? Задолбали.
Наверное, никогда уже не будет спокойно. Что бы тут сделать бы такого, а? Ладно, пока пойдем патрулим наших ребят, друзей. Воруют и воруют, воруют и воруют. Вы тут чё, блин, ублюдки? Нафиг вас. Ух, боевой дух отряда полководца плюс 20. Вот это, блин, да, вот это я понимаю. Кстати, это Гилос же, да, точно. Тот самый Гилос. Тоже довольно-таки старый парень. Такс. Что тут вкачивать? Во, дальность перемещения на карте компании плюс 16, отлично. Или защита в ближнем бою. А, вот так даже лучше будет. Качаем тактика. Еще круче может передвигаться. Такс. И чё, подождем тут или уже в Александрию направимся? Не, я все-таки думаю, стоит подождать поборника стены Бирсы. А здесь наймем еще один отрядик. Давайте хотя бы их. Что же, я думаю, очень-таки отлично все в этом плане. Единственное, что меня беспокоит, конечно, это гекатонхейры долбанные. А у Гилла, скорее всего, сейчас мы тоже просрем правосудие Мелькарты. Где эти ребята? Где они? Вот, давайте, миротворцы, что общественный порядок снижаете, точнее, повышаете, наоборот, повышаете. Блин, от нас пахнет зловониями, они опять все это сделали, я уже поставил агента. Вот сучки. Даже судья им не поможет уже. Продолжают, суки, творить козни. Ладно, сейчас и до вас доберется наша рука правосудия. В виде нашего карфагенского хитмана. Так, шакалы потихоньку идут на нас. Всю армию решили послать. Попору. Серьезно. Весь полудохлый гарнизон. Как вы меня достали. 4799. И у нас опять проблемы в том плане, что Петя застрельщики, а нам нечем их разгонять. Ну ладно, будем надеяться, что Балхамон будет на нашей стороне. Что вообще-то Египет какое-то гиблое место. Ладно, посмотрим, друзья. Это будет уже в следующей серии. Все-таки с Божьей помощью надеемся, что мы их разгромим уже последней армией. Просто они уже сделали ва-банк. Это как то же самое, что в хоккее уже в последнее время выпустить на поле шестого игрока. То же самое сейчас сделали египтяне. Или пан, или пропал. Но все равно время играет против них, поэтому они пропадут нафиг. Я в этом более чем уверен. Ладно, до следующей серии, друзья. Всем пока.